анимацию делали в Лос-Анджелесе, в Торонто. То есть работали самые лучшие специалисты, как исполнители руками, так и головы. Тим Бёртон принимал участие в этом. Так что это знак качества. И кроме всего прочего, наверное, самое главное, когда с Митей первый раз разговаривали про адаптацию, само по себе изображение, картинка, это каждый кадр можно вырезать. Впервые такое. Это не просто мультфильм, где раскрашенные фоны и пластмассовые человечки ходят, отрендеренные реалистично, как бы. Это каждый кадр, это картина, которую можно вырезать, вешать на стену. Это классическая живопись, которая то, что приносит, дает удовольствие глазу и отличается от всего того, что выходит на экране. Так что я желаю вам просто хорошего просмотра, много споров, много разных мнений. Это то, что дает нам настоящее событие всегда. Спасибо. Коллеги, мне еще к вам убедите.